31-летняя актриса показала соблазнительный домашний образ. Анна Михайловская открыла забавные подробности карантинной жизни. Артистка обнародовала кадр, сделанный дома в изоляции. Анна предстала в коротком халатике с декоративной ажурной отделкой насыщенного фиолетового цвета. На ее голове красовалась симпатичная повязка в стиле салохи. Анна сделала легкий дневной макияж и распустила волосы. Она удобно расположилась в уютном кресле, подняв ноги. Актриса с юмором высказалась о том, как поддерживать внешний вид в условиях карантина. Записалась на маникюр. Мастер Анна принимает на первом этаже, на кухне. Побежала, а то боюсь опоздать. Сам себе мастер, отметила звезда фильма «Манекенщица». Поклонники Михайловской пришли в восторг от ее сексуального домашнего облика. Вы красотка прелесть, ой какая Анечка, волшебная фея с самыми изящными ножками. Искренний восторг. Бегите, но возвращайтесь, люблю вас до слез. Няшка-милашка, какая хорошенькая хозяюшка, ножки, класс, написали фолловеры. Актриса также показала игры с 4-летним сыном Мирославом. Она родила мальчика в браке с актером Тимофеем Каратаевым. Супруги развелись летом 2018 года. Михайловская неохотно делится подробностями своей личной жизни. Однако известно, что сердце красавицы не свободно. Она встречается с бизнесменом Кириллом Шакотько. Влюбленные вместе с сыном Анны проводят время в изоляции на подмосковной даче. Ранее артистка обнародовала нежные кадры с единственным наследником. Она призналась, что мальчика сложно уговорить на селфи. Анна поделилась романтическими кадрами с бойфрендом, сделанными во время путешествия в Будапешт. Михайловская пополнила список звезд, которые выглядят как школьницы.